не наша, еще раз говорю. Это она ваша, подождите. Вот, подождите. Которая заказала вам все это, она тоже вот. В розыске, пожалуйста. Кыргызстанда мыйзам үстөмдүүлүгү толук орногон деп айтса, эч ким ишенбесе керек. Биз Россиядан келип, бизнес баштап, учурда мыйзамсыз камалып жаткан АКИФ жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Сергей Фишенкага байланыштуу журналисттик иликтөөбүздү улантабыз. Мне, например, нет, мне удобно просто на этой неделе. Я в очередной рейдер лежу. Ясно, что же. Работали в тот раз. Заходчик первого. Да. Это был бас. 16 апрель күнү СИЗОдо жаткан Сергей Фишенко мөөнөтсүз ачкачылык жарыялады. Анын мындай кадамга барышына өлкөдө болуп жаткан мыйзамсыздыктар себеп болгон. Анткени ал СИЗОдо болгондуктан өзүнүн бизнесин коргой албай жатат. АКИФ ЧЧКсынын кызматкерлери жана Сергей Фишенко өзү дагы кылмыш ишинин объективдүү иликтөөнүсүн көзөмөлгө алып берүүсүн президент Сооронбай Жээнбековтон бир нече жолу суранышкан. Бирок азыркы күнгө чейин эч кандай жооп алыш элек. Скажу следующее. Ну, мы знаем, почему заказы работает эта банда. И предупреждаем вас. Не надо даже пытаться выкупить это имущество. Вы потеряете и деньги, и репутацию, и, возможно, свободу. Не пытайтесь это сделать. Преступление, то есть скупка краденого, в особенности с коррупционными мотивами, является преступлением, которое не имеет локальной юрисдикции. Вы потеряете репутацию, деньги и, возможно, свободу. Не пытайтесь этого сделать. Пока суд не поставил точку, не принял решение о том, что мы являемся банкротами, что мы должны помогать вам содействовать в мониторинге, я не понимаю, еще что. Для начала хотя бы свою легитимность докажите нам. Свою. Почему я должна вам это доказывать? Потому что кто вы такой? Мы же вам объясняем, сколько раз разговариваете. 17 апрелде Расул Козыкеевтин жактоочусу Тимур Жанаев жана анын тарапташтары маалымат жыйынын өткөрүштү. Алар биздин журналисттерди иликтөө жүргүзүүдө объективдүү болбой жатасыңар деп айыптады. Бирок биздин дал ушул кылмыш ишине тийиштүү болгон суроолорубузга жооп бере алышкан жок же жооп бергиси келишпеди. Журналисттик иликтөөбүздүн жүрүшүндө көңүлгө албай коюуга болбой турган фактылар аныкталды. Анткени дал ушул фактылар насыяны төлөөнү талап кылуунун мыйзамдуулугуна көлөкө түшүргөн. Понимаете, если вам нравится ходить в сером, вы ходите в сером, правильно? Да? Зачем вам надо знать, что он ходит в черном или в белом, понимаете? Нет, вы видите, нет, подождите, вот долг есть? Долг есть. Есть, АКИФа есть долг. Давайте об этом говорим. Вы обвиняете сейчас Кузикеева в рейдерстве. В чем заключается рейдерство? Скажите, вот то, что ваш вопрос задает, он чем? Рейдерский захват, это когда помимо законов, либо, используя админресурсы, захватывает какой-либо бизнес, имущество. А теперь у меня такой вопрос. Ну почему он сам у себя подхватывает? Просто вот один вопрос. Мне интересно, как журналист... Интересно, вот вы... Потому что... Иликтөөбүздүн жүрүшүндө биздин колубузга Рустем Кубатбековтун катышуусундагы видео келип түштү. Ал видео тартылганын Кубатбеков өзү да билбеши мүмкүн. Анткени видеону жашыруун камерага тартып, өздөрүнө керектүү жоопторду алгандыгы көрүнүп турат. Кубатбеков кандай документтерге кол койгондугун эми гана түшүнүп, өкүнүп да тургансыйт. Учурда Кубатбеков Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жатат. Эске салсак, ага карата кылмыш ишин Финполдун тергөөчүсү Артур Сабиров козгогон. 1 май райондук сотунун судьясы Буронбаев мамлекеттик айыптоочунун өтүнүчүн канааттандырып, Кубатбековду тергөө абагына киргизген. У меня там три папки осталось. Ну, я все соберу. Все соберу я тебе. И там еще карточки. Ну все, все, что все есть, я все вытащу. Да. И в тумбочке у меня зарядка осталась. И моя личная книжка. Ну хорошо, записано. Еще отцовская еще осталась. Ну я все тебе сразу. Вот сейчас сразу чудо. Что она сейчас делает? Я это только спрашивал, она когда у меня придет, обратно. Ну, вроде как бы. В Стамбуле, помните, вы в 2013 году брали деньги у Аблямитовой в
Фарида Исагитовна. Да, да. Сколько вы брали вместе и как это происходило? Ну там 2,5 лимона, да. Да, и потом личные деньги тоже. Мындан улам Рустем Кубатбеков Акифтин бухгалтерлери сыяктуу эле билбестиктен иш жасаган. Бухгалтерлерден фиктивный документтерге кол коюуну суранышкан. 10 марта 2016 года генеральный директор Майсызов Исмар позвал меня в свой кабинет. В его кабинете по его указанию я заполнила приходные и расходные кассовые ордера на сумму 2,5 миллиона долларов задним числом, то есть от 2 августа 2013 года. На мой вопрос, для чего это, он сказал, что это простая формальность, что это к Акифу никакого отношения не имеет, что это между ним и Сергеем Фищенко. Я заполнила эти кассовые ордера, там у него в кабинете сидели Абдухаров Болот, адвокат Чонозов, его помощник Романовский и Кубатбеков Рустем. Я заполнила, никаких денег я там не видела. В конце я оставила эти ордера у него на столе и вышла с кабинета. Потом эти ордера я видела в финполиции, когда они мне показали. Я узнала, конечно, свой почерк и сказала, что это я заполняла. Акиф фирмасынын бухгалтерлери укук коргоо органдары тарабынан суракка алынган. Бирок ал кылмыш ишинде бар же жоктугу бизге белгисиз. 11 марта 2016 году, примерно в 10 часов, к нам в бухгалтерию зашли тогдашний генеральный директор Майсызов Исмар Мухаммедович, Турманбетов Рустем и еще несколько человек. И Майсызов ознакомил их кабинетом и с нами. Вот один из них оказался Аманкулов Мухтарбек, который якобы по решению учредителей и приказом Аблемитовой был назначен генеральным директором УСО фирмы «Акиф». Через 2-3 дня он меня, Аманкулов, вызвал в свой кабинет и показал мне, ну, представил мне документы, решение учредителей, якобы от 3 августа 2013 года, договор о передаче доли учредителей, так, Аблемитовой, и приказ о назначении Аманкулова генеральным директором УСО фирмы «Акиф». Посмотрев на эти документы, я сказала, что эти все документы нотариально не заверены, нету регистрации в Минюсте, что меняется состав учредителей, что это документы не полностью. И на это он сказал, что этим занимаются наши адвокаты, будут документы, будем представлять попозже. Мы вот начали с ними работать. На мои вопросы тогдашнего генерального директора Майсызова, что это все значит, вы нам объясните толком, как дальше так работать. Но он сказал, что не беспокойтесь, это все так запланировано, задумано. Потерпите 2-3 месяца, мы сами обратно пойдем и так работайте. И мы вот верили и вот так работали 9 месяцев, пока с 16 декабря по решению суда на предприятии было введено временное администрирование. Расул Козыкеевтин жактоочулары эмне үчүн маалымат жыйынып көрүштү. Бир күн мурдалар Акиф фирмасынын аймагына барып, ал жерде иштегендердин мыйзамдуулугун текшерүүгө алууга аракет кылган. Фирманын жетекчилиги соттук иш улан жаткандыктан эч кимге эч кандай документ көрсөтпөй тургандыгын айтышкан. Эти все вопросы сейчас оспариваются на суде. Пока суд не принял решение, не поставил точку, Кузыкеев не имеет права никаких на имущество ОСУ «Акиф».
и вообще проводит, мониторит. Вы сейчас просто беспредельничаете. Это получается, вы сейчас пришли просто рейдерством заниматься, больше ничем. У меня нету на основании доверенности от Кузикеева. Вы сейчас хотите его вот здесь... За этим следите, пожалуйста. Здесь сейчас, во-первых, приказ... Приказ, но вы не уполномочены для того, чтобы я вам сейчас предоставляла свои документы о назначении. Вы никто сейчас, вы просто пришли и, я не знаю, распугиваете нас. Что, чем вы сейчас занимаетесь? Акиф жоопкерчилиги чектелген коомунун директорунун милдетин аткаруучу Назира Кудайбергенованын айтымында, соттук иштер аягына чыкмайынча инвентаризация жүргүзүүгө, документтерди талап кылууга эч кимге жол бербейт. Кудайбергенова Расул Козыкеев менен Росимбанктын ортосундагы карызга ээлик кылуу жөнүндөгү келишим негизсиз деп эсептейт. Акиф фирмасынан карызды өндүрүп алуу укугун Росимбанк Алиф Бест фирмасына саткан. Сатып алган фирма уставтык капиталы 1000 сом деп келишим түзүлгөндөн бир ай мурда катталган. Анын жетекчиси деп 22 жаштагы Аспеков аттуу жарангатталган. Бирок Фишенко аталган келишим мыйзамсыз түзүлгөн деп укук коргоо органдарына кайрылган. Анын арызынан кийин Аспеков УКМКга суракка чакырылат. Андан көп өтпөй Аспеков Альфа Бестеги 90% үлүшүн Козыкеев аттуу жаранга саткан. Акифтин жетекчиси экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына кайрылган. Ал арызды Финполиция кылмыштарды каттоонун бирдиктүү реестрине киргизген. Тилекке каршы бул ишта Артур Сабировтун кароосунда турат. В моем производстве находятся все уголовные дела, связанные с деятельностью Кусокев. Уголовное дело, которое по подозрению Фищенко подлежит соединению с другими уголовными делами. У меня такой вопрос. Ну почему он сам у себя покупает? Просто вот один вопрос. Мне интересно, как... Интересно, вот вы... Потому что... Вы... Вам нужно работать и работать. Потому что, уважаемые земляки, потому что. Арыз расмий катталганын бул сүрөттөр далилдеп турат. Иликтөөбүздө объективдүү жүргүзүп жатканыбызга карабай, Тимур Жанаев биздин журналисттерди сатылган журналисттер деп айыптады. Пресс-конференцияда ыңгайсыз суроолорду бергенибизге байланыштуу Тимур Жанаев биздин журналисттерге телефон чалып, ачуусун чыгарып, сөгүп алууга да жетишти. Почему снимали? Алло. Да, Тимур. Алло, хорошо. Я что-то тебя вообще не могу понять, да? Честно слово, да? Ты как, где ты говоришь, что она инвестор? Ты, почему ты вообще влазишь в нашу пресс-конференцию? Я понять не могу. Это открытая пресс-конференция. Почему? Не, хорошо, почему тебя снимают, я понять не могу. Тебе это с вами на... Плати и все. Где ты видишь, что она инвесторы? Кто тебе угрожал? Я вас плохо слышу. Можно поговорить? Нет, где он российский инвестор? Вот ты говоришь российский инвестор. Ты вообще понимаешь, что такое инвестор, а? Я понимаю, что такое инвестор. Почему сейчас на меня... Ну и стоит? Хорошо, где документально? Опять все время голословно говоришь. Ты вот говоришь, я провожу расследование. Где документально, что он инвестором является? Ну, короче, я понял, Хорошевич. Ты будешь объективно, оказывается, никакой. Ты просто проплачена, вот и все. Я понял, как с тобой действовать. Ал бизди пресс-конференцияга тоскоолдук кылдыңар деп айыптады. Бирок өзү жана Жеңиш Сатыркулов бизге телефон чалып, маалымат жыйынга катышуубузду суранган. Адилеттүүлүк өтө кымбат. Аны эч бир акчага сатып ала албайсың. Муну менен биздин журналисттик иликтөөбүз бүтпөйт. Канчалык коркутуу үркүтүүлөр болбосун, биз Акиф жоопкерчилиги чектелген коомунун айланасындагы мыйзамсыз иштерге көз салып турабыз.